В 2008 году Баста был ведущим эфира Хип-Хоп ТВ. Гостями передачи выступили питерские рэп-исполнители Смоки Мо и Димаста. На эфире Баста агрессивно добивался ответа от Димасты. В чем его гэнгста? Это true или шутка? Чем ты конкретно гэнгста? Что твое гэнгста? Ты гэнгста? Я из Ростова, мне хочется прояснить этот вопрос. Какой ты гэнгста? Что такое гэнгста-шит? Гэнгста-шит — это не то дерьмо, которое вы видите по телевизору. Не, не, ты не понял, нет. Люди с автоматом Томпсон, как бы, да, вот это вот в шляпах, вот это все шляпа. Как бы мы живем своей реальностью, в своей жизни, как бы, если кому-то что-то не нравится, это его проблема, то есть... Нет, ответь на вопрос, что твое гэнгста? Димаста пытался объяснить, что же такое гэнгста в его понимании, но Басту его слова не убедили, как и подавляющее большинство, кто слушал это. В результате эфир стал культовым в истории русского рэпа, дискредитирующим всех комнатных гангстеров. Тем удивительнее, что спустя много лет Баста подписал к себе на лейбл Айс Гергерта, потомственного гангстера, по его же словам. Напишет взрослый: малой, да какой ты там вор, что ты воровал, там, типа, чего-то где-то, я вот объясню, вы знаете, вот у меня так получилось, что у меня родители гангстеры, и родители мои бандиты, понимаете, я сын бандитов, поэтому и музыка у меня такая, понимаете, поэтому вопросов ко мне не надо задавать. Вот что отмечают комментаторы. Сын бандитов? Ага, оба папа были гангстерами. Его родители — это Чипингос и дядя Джай. Пацан правду говорит, что вы на него ополчились? Знаю его родителей, отличные мужики. Да, подворовывали, но все мы грешны, строго не судите. Интересно, что спустя 16 лет Бастин спросил у новоявленного подписанта лейбла в своей передаче: что твое гангстер? Ах да, ведь он приносит прибыль Басти, и это могло бы разрушить его образ. Чтобы вы понимали, человек 2001 года рождения. Только в 19 году он закончил Суворовское училище. После кадетки один год он служил в военной академии связи. То есть только в 20-21 году он оказался на свободе и сразу же запустил рэп-карьеру, кося под скали Милана и 163-го. Говорю только прямо, даже если очень грубо, ты уйдешь сейчас со мной и забудешь про подругу. Она хочет меня снова, облизала мои пальцы. Я читаю, Витя рэпер, у меня стальные яйца. Когда пошел тренд на возвращение пацанского рэпа около криминальных тем, Жора переобувается, меняя мичиганский танцы на уголовный жаргон. С нами все в порядке, мы бандиты навсегда. С места преступления чистим каждую деталь. Теперь он трушня самых опасных гангстеров Чикаго. Добро пожаловать в страну, где все решат без адвокатов. Две бейсбольных биты в бэге подо мной, крузер Прадо. Три из пяти самых популярных песен в дискографии о том, как он нещадно воровал. Воровал, ворую и буду воровать. Буду воровать, буду воровать. Но вопрос, а когда он успел таким стать? Поскольку в местах, где он учился, максимум есть увольнение по выходным. И то, если все ок с дисциплиной и учебой. То есть, он был на улице, только если убирал территорию училища и сдавал нормативы. Ты на улицах реже, чем проститутки, тебя там не видно. Максимум, что он воровал, это хлеб в столов. Настоящие гангстеры в России не рискнули бы читать и рассказывать о своих преступлениях во всеуслышание, ибо это показания против себя же. Как и люди, которые внезапно обрели настоящий сверхдоход, будут молчать о нем, а не обучать, как заработать, так же. 50 Cent был настоящим гангстером, его мать продавала крэк, и в результате бандитских разборок покинула этот мир. Тогда Кёртису было всего 8 лет. 50 пошел по ее стопам, торговал, сидел, в него стреляли 9 раз, он чудом выжил. И такой трушный бэкграунд, наряду с криминальными текстами, крутейшим образом, сделал артиста настоящим феноменом начала нулевых. Больше него продавал только Eminem. Да, позже гангстер-рэп пошел на спад. Криминальнее и опаснее было уже некуда. Однако рэперы усвоили фишку, что бэкграунд многое решает. И особо хитрые из них в целях коммерческой выгоды начали прикидываться или слишком бедными, или бандитами с криминальным бэкграундом. Хотя никогда не относились к уличным бандам и росли в благополучных семьях. Такой уловкой даже пользуются светские львицы. Вспоминаем, как Дэвид Бекхэм осадил свою жену, что строила из себя нищенку. Ну мы же из рабочего класса. Будь честной. Да я же сама честность. Будь честной. Нет, скажи, на какой машине твой батя привозил тебя в школу? Ну, значит, там мой отец. Нет, одним словом ответь. Ну, это же непростой ответ. Какая машина тебя привозила? Ну, это смотря когда. Нет, назови машину. Ой, ну окей, в 80-х у моего бати был Rolls-Royce. Спасибо. И раз такой бэкграунд позволяет музыке лучше продаваться, а клипам набирать хорошие просмотры, то почему бы и нет? Однако тайное рано или поздно становится явным, и со временем ложь этих псевдогангстеров о их не самой криминальной жизни стала достоянием общественности. И о таких липовых гангстерах, которых поймали на вранье, мы поговорим в этом ролике. Погнали. Осенью 17 года сингл и клип «Гамма» от 69-го создали эффект разорвавшейся бомбы. Уличное видео под крутой бит от Пьера Борна. Бандитский текст, бандитский флер от банды Bloods 9 Dre убеждали в опасности этого парня. Его самые крупные песни продолжали эту же историю. «Я из Bloods, я опасен. Со мной мои ребята бандиты, и тебе лучше со мной не шутить».
6 on 8. I'ma prove it back, back, don't be moving stupid. Oh, I'ma use it. Dickies to be up, best you get some licky up. Плюс яркий образ с радужными волосами, татухами 69 по всему телу. Эксцентричная подача привлекали внимание. Фаны были в восторге, однако представителям закона было непонятно, почему этот бандит до сих пор на свободе. Под него и всю банду начали копать. Его задержали. И тут Даниэль заговорил. Оказалось, что 69-й просто использовал связь с бандой Nine Trade для создания бандитского флера. Ребята светились у него в клипах, представляли 69-го как полноценного члена банды, предоставляли ему крышу, а 69-й финансировал их. Образ гангстера позволял Текаши генерировать большую прибыль от музыки. Часть ее он отдавал банде, и все были счастливы. Но банда на то и банда, что занималась криминалом. Под них тщательно копали, и конечно же копы не могли пройти мимо самого медийного актива 6ix9ine. Оказалось, что из всей банды у него самый длинный язык, и он сходу признал вину в совершении 9 преступлений и согласился сотрудничать с властями. Рэпер сдал 3 соучастников банды, а также подробнее рассказал о деятельности Nine Trade, включая связи с покушениями, ограблениями и торговлей веществами. Многие проникли сочувствием к нему. Все же члены банды далеко не белые и пушистые. Они грабили 69-го, похищали, спали с его девушкой. И просидеть в тюрьме всю жизнь, но не стучать на таких личностей крайне сомнительно. Однако, когда все судебные материалы стали известны, все поняли, что он просто фейк. После освобождения он был самой обсуждаемой персоной. Но со временем интерес к его персонажу и музыке угас. Кстати, если вы устали от этих дутых гангстеров и бесконечных копий Friendly Tag, то рекомендую вам артиста Ваню Овнера. Меня накрывает тобой, ты мой стал волной, что меня тянет на дно, что меня тянет давно. Его новый релиз «Соври, что любишь» — полноформатная хип-хоп мелодрама, представляющая артиста в образе лиричного героя. В этот вечер в пятницу ты снова с другим, на свои моральные ценности забил. Философскую глубину и болезненно угнетенные настроения разделяют такие гости релиза, как Crispy, Internal, Plaga, Cherry Berry и многие другие. Используя чувственные образы, нарочито обнаженную искренность, артист передает нюансы эмоций, последовательно рассуждая о любви, принятии и внутренних переживаниях. Все ссылочки на релиз будут в описании. Я считаю бумажки и таскаю калькулятор. Димаста в конце нулевых позиционировал себя как гангстера, речбоя, дамского угодника. Каждое утро, глядя в зеркало, я понимаю, что смотрю на живую легенду. Вы только послушайте, как он разговаривал на эфире Баст. Это почти Тимати времен видео с Куршавеля. Йоу-йоу-йоу, привет всем, ladies and gentlemen, это ваш брат Тимати, он же мистер Блэк Стар. Димаста действительно был одним из первых, кто начал делать такую музыку, встречаясь с дичайшим хейтом и непониманием. Каждый день новые шмотки, чтобы суки печали восторги. В то время, пока уличные истории пацанского рэпа были близки куда большему числу людей. С одной стороны, есть за что уважать, легенда. С другой стороны, поступки Димасты и мерзкий медийный образ перечеркивают его былые заслуги. Всю дорогу Димаста позиционировал себя как бойца, смелого, умелого. Нравится вот это именно ощущение, когда кулак входит в лицо. Однако во всех разборках он был не один и прятался за чужие спины. Лещи на камеру для группы «Грехи отцов» в окружении своих подручных. Нападение на Галата на Версусе. Так что кто, блядь, Димаста? Я ебал тебя в рот! Толпа шестерок Димасты весь батл освистывала Вову. Слушай текст, не перебивай! Вырви мне сердце! Да и напасть на Галата — это как напасть на ребенка. Чем здесь гордиться? Наезд на Драгу, опять же, с толпой прихвостней. Батл с Драго, где новая толпа шестерок освистывала Вову и поддерживала любой бред от Димасты. Твои панчи беспонтовые, как ланчи. Они такие же дешевые. Ладно. Был спарринг с Кизару, тем еще гангстером, где Димаста впервые хоть где-то одержал победу без толпы за спиной. Все. Но опять же, Кизару тот еще боец. И вот когда проект «Наше дело» анонсировал бой Димаста и Чипинкоса, стало по-настоящему интересно. А чего стоит этот ваш боец Димаста, который постоянно выкладывал фотки из зала? Против него Чипинкос, который в спаррингах перед боем не провел ни минуты, нисколько не тренировался. Казалось, что Димаста безоговорочный фаворит, но что же мы увидели? Не вообще не готовлюсь к этому бою.
Вот это также зря. Это зря. Тренировки — это все херня. Это полная херня. Главное, чтобы у человека было вот здесь. Животная первобытная мощь закаленного в уличных драках Чипенкоса уничтожила Димасту. Этот бой был усладой для глаз, наконец-то его ЧСВ спустили на землю. Наконец-то он вышел на реальный поединок, без своих шестерок и прихвостней за спиной, и мы увидели, чего стоит этот ваш Димаста. Его образ гангстера и хорошего бойца был уничтожен в пух и прах автором хита про чай. В начале музыкальной карьеры рэпер Тайга преподносил себя как парень из гетто, прямиком из Комптона, откуда и NWA. В своих ранних текстах он частенько ссылался на уличный бэкграунд, читал о бандах, бедности, криминале. Это сделало Тайгу одним из самых успешных рэперов в начале 10-х. Даже Лил Уэйн верил в его тру. Карьера шла в гору, но потом появился неприятный инсайт. В сети появился ролик, где Тайга участвует в невышедшем шоу талантов от MTV Bastas. Там он рассказывает, что вырос в богатом районе Калифорнии, в обеспеченной семье, в которой две машины, Range Rover и Merc. Это кардинально отличалось от того, что он рассказывал в своих текстах. Сначала в Твиттере он пытался отшутиться, мол, все это по сценарию, это они написали. Но позже признал, что строил из себя гангстера на старте для создания образа и обретения фан-базы. Ну а больше моих роликов смотрите в сервисе Noom. Они все бесплатные, в них нет рекламы, не нужно врубать VPN. Последние два, что стало с Марио Джудо. Спасибо Иисусу за то, что спас меня и благословил меня возможностью помогать другим нуждающимся людям. И обзор 8 мили по-русски сериала «Смычок». В конце концов происходит тот самый батл. Опять же, выбор битов — это ужас. Я выиграю батл, ты проиграешь батл, ведь этот батл для меня станет шатом. Подписывайтесь на меня в Noom, буду очень рад. Еще один боец, у него есть фит с самим ЛВ, автором припева Gangsta Paradise. Их совместная песня носит нескромное название Gangsta World. Только Бог нас судит. Рома Жиган также позиционировал себя как русский богатырь, сторонник правых взглядов, за Русь, за ЗОЖ, прошедший через ужасы жизни и тысячи драк, еще и сидевший. По факту из всех его медийных баталий это унизил женщину в гостинице. И уезжал на 101 километр от Москвы, там ты посмотришь, что там было. С такими, как ты, это выведите. Избил девушку в ТВ-передаче. Запись одной из них. Сел в тюрьму за вымогательство, где читал свой жалкий рэп на последнем слове. Меня не изменить, дайте мне хоть 20 лет. Я тот, кто я есть. И я останусь таким, даже если мне придется сесть. Пришел толпой в 10 человек к двум рэперам и унизил их на камеру. Вау. Согласитесь, не самый благородный список. И вот когда анонсировали их бой с Шоком, изначально казалось, что у Шока никаких шансов. Он и старше, и ниже, и весит меньше, и не имеет такой же уличный бэкграунд, как Рома. Но каково же было удивление, когда Жиган вообще ничего не показал в бою, а Шок при меньших вводных данных смог накостылять этому шакалу, который любит унижать женщин и прятаться за спины своих прихвостней. Я даже не знаю, что было большей усладой для глаз, когда били Димасту или когда получал Жом Ирган. Да, карма была хоть и не мгновенная, но эти дутые бойцы наконец-то узнали свой реальный уровень. Рик Росс всю дорогу позиционировал себя как гангстера, который хаслит каждый день. И первые деньги для рэп-карьеры заработал благодаря продаже белого порошка. Каково же было удивление общественности, когда оказалось, что, во-первых, он отучился в колледже, даже имел спортивную стипендию, а высшее образование и учеба не совсем дружат с образом настоящего гангстера. Но это еще полбеды. Оказалось, что в течение полутора лет он работал тюремным надзирателем в колонии. В сети всплыли архивные фото и видео с молодым Риком. Кстати, имя Рик Росс также фейк. Он взял его в честь настоящего наркобарона, известного в криминальных кругах. Сначала Росс отнекивался, говоря о том, что это монтаж, фотошоп, однако, когда начали появляться официальные документы, признался, что пошел туда, поскольку другой работы не предложили и нужно было закрывать долги.
Вот такие у нас липовые гангстеры. Напишите, что думаете о данных персонажах, кто удивил вас больше. Ну а если вам понравился ролик, то ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, любите рэп и всем удачи!